Спартак – единственный азербайджанский клуб, у которого есть женский фан-клуб. В нем стоит 400 болельщиц. От команды, ну и капитана Спиликуэта. Ну и схема, судя по всему, будет другая, но об этом чуть позже подробнее поговорим. Интервью, где рассказывал о своем непростом детстве. По ходу матча пик 77-й Дональд Герье, главный тренер Гурбанов. Ну и схема 4-2-3-1, и тренер Антонио Конте. Ну и ждем стартового свистка. Для Карабаха это последний матч на групповой стадии Лиги Чемпионов. Фабрегас, Виллиан. Напустим штрафную очень плотно, но рикошет, удар, Шейч. Первый удар в створ наносит Челси, это Сеск Фабрегас. Здесь немножко повезло гостям. Вот, смотрите, рикошет от ноги соперника и ударная позиция возникла буквально из ничего. Придется это сделать. Сержезничек, Ндулову в касание играет. Мичел, перекладина, добивание! Кто бы мог подумать, что первый по-настоящему голевой момент в сегодняшнем матче создаст Карабах, а не Челси. Давайте смотреть. Мичел сделал поперечную передачу на Медведева. Тот отыгрался с Ндулову, вошел в штрафную. Плохо мяч обработал, но... проходит на Виллиана. И что? Есть нарушение. Пенальти ставит арбитр. Пенальти на 19-й минуте зарабатывает Челси. И карточка красная за фол последней надежды Рашада Садыгову. Карабах остается в десятером. Против Ибраима Шейча. Уверенно исполняет пенальти Эден Назар, и Челси выходит вперед на 21-й минуте. И дождь льет в Баку. Фабрегас. И вот заброс опасно. Удар головой наносит Эден Назар. Да, несмотря на то, что Карабах остался в десятером, играть с ним по-прежнему тяжело. Моменты Челси создают с большим трудом. Но это первый тайм. Начал игрок железно-стартового состава. В чемпионате 2 гола забил. Плюс в Лиге Чемпионов. Ох, гол 0-2. 0-2. Виллиан. В своем 200-м юбилейном матче за Челси. И пенальти заработал. И сам забил. Фабрегас сделал пас на Педро. Тот в касании на Виллиана. Виллиан дальше на Азар. В современном составе Челси и Аспиликуэта преодолевали барьер в 200 матчей за Челси. Виллиан справа, и мимо мяч летит. Виллиан забивал в Лиге Чемпионов важнейший гол из штрафной. На самом деле даже умиляет. Фабрегас, Петров штрафной, выход 1-1, 6-6, команда выручает добивание. Но... не дотягивался до мяча Альмейда, и не его вина в том, что... когда с ворота Карабаха в первом туре, Гарри Кейхи уже на поле вышел, Андрес Кристенсен и... Ох! Мог здесь Марата забить. Джон Стерлинг. Марата не попал в створ, офсайда не было. Рюдигер делал передачу. Действительно, в пограничной ситуации находился Марата. Ох, Виллиан. Ошибается Гора Гараев. Подустали футболисты Карабаха, и Челси этим пользуется. Еще пенальти. И опять на Виллиане фол. В этот раз Гора Гараев сам момент привез, подарил мяч бразильцу и потом, видимо, вцепился в него руками. Здесь Медведеву желтые за разговоры. Что-то похожее было. Матч в Севилье Ливерпуль, по-моему. Но неважно. Сейчас Фабрегас, тот же угол. Шейч угадал, но без шансов. Притирку со штангой. 0-3. Челси, судя по всему, бронирует одну из двух путевок из группы С в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Точнейший удар. Карабаха 15 мячей забил в чемпионате только в 32 матчах. То есть результативность была просто сумасшедшей. 0-4, Виллиан. Вот у кого сегодня сумасшедшая результативность. Дубль оформляет бразилец.
красивым дальним ударом в самый угол. Педро сыграл с ним на коротке.